Голос надежды, а еще, конечно, любви и большого таланта звучал со сцены Дворца культуры «Химик». В Большом зале состоялся настоящий праздник живого вокала. Концертная программа «Надежда собирает друзей». Народный коллектив с одноименным названием под руководством заслуженного работника культуры Московской области Валентины Михайловны Якуниной в очередной раз подтвердил звание «Народный». Сегодня я считаю, так скажем, концерт-отдых, потому что многие песни знают, и вот мы пели на репетициях, родители подпевали, то есть это концерт-праздник. Татьяна Галкина пришла в коллектив на заре его рождения в 1994 году. Один из ведущих голосов хора, первая и единственная сопрано. По основной профессии она педагог, но пение для Татьяны – это больше, чем хобби. Ну, во-первых, это своего образа разрядка и даже, с другой стороны, еще и зарядка, то есть подпитаться энергией тоже можно. Здесь с девчонками пообщаемся, отвлечься просто от работы, от будней. Все голоса одинаково ценные, особенно когда сливаются в прекрасный хор. Коллектив существует уже не первый год и состоит в основном из непрофессиональных музыкантов. Однако это не мешает участникам петь сложные партии. Вокалисты ансамбля так часто репетируют и оттачивают свое умение, что Дворец культуры стал для них вторым домом. Сюда они приходят всей семьей и поют поколениями. Ты с детства почему-то пела, то есть какой-то вот хор, ансамбль какие-то в детстве были. И, в общем, это так и осталось. У меня отец пел тоже в дворце, так что... Надежда вышла на сцену не одна. В этом году в выступлении помогали коллективы-спутники, детские вокальные ансамбли «Капель» и «Капельки». Концерт также разнообразили артисты Народного драматического театра. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, новости «Искровект».